вот, короче, здесь тропические фрукты есть всякие разные. Вон, тамарилло. Тропические фрукты, конечно, у нас вообще дорого стоят. На Бали мы будем их есть бесплатно, да? Да. Чтобы попасть на Бали, нужно есть тропические фрукты. Да. Денег у нас нет, поэтому мы как-нибудь выкрутимся сейчас. Да. Вот возьмем вот это манго, посмотрим, сколько инжир стоит. Да. Вот, я пока покажу, что такое инжир. Да? Да. Можете снимать, как вы говорите, что-нибудь. Да. Много тут разных штук интересных. Вон, всякие нектарины, всякие, короче, тут питахаи желтые. Но стоит это все до хрена просто. Вот одна такая штучка стоит 200. Вот, ладно, идем взвешиваем нашу еду. Сами. Давай, фрукты. А, ну 1100, это будет 100 рублей где-то стоить. 100 рублей, да. 3 вот таких штуки. Но 3 смотри, доллара. А 2? Давай, я посмотрю. Лучше просто. Айба. Вот это вот. Ну ты давай долгие видео не снимай.